Здравствуйте, дорогие телезрители, это программа «Репортер», я Алексей Коноплев. Чем ближе лето, тем жарче новости. Сегодня у школьников всей страны прозвенели последние звонки. И только в самарской школе номер 67 он проходил под пристальным контролем прокуратуры. Новые подробности появились в деле об ученице этой школы, которая выложила в социальные сети ролик, где первоклашек учат фашистским жестом. Поняв, что натворила, еще вчера девятиклассница уверяла, что ролик она не снимала, а просто скачала в интернете и присвоила. Педагоги также не признали на видео своих учеников, зато их узнали, нашли и уже опросили сотрудники прокуратуры. Этот неформальный урок истории в школе номер 67 теперь забудут не скоро, ведь сама история обрастает все большим душком. Еще вчера все было просто и понятно. Девочка-девятиклассница скачала в интернете скандальный ролик, где детей учат фашистским жестом, а потом выложила его на своей страничке в соцсетях. Педагоги уверяли, это была глупая шутка, не более того. Но дело в том, что это не наша школа, и этот ролик выложен в интернет ею, она его скачала из интернета, я не знаю откуда, с какого ресурса. Это не наша школа, это не наши дети. С девятиклассницей учителя провели серьезный разговор, и конфликт был почти улажен. Но сегодня к инциденту вдруг подключились родители тех самых не наших детей, от которых так легко открестилась замдиректора по воспитательной работе. Родители, знакомые и прокуратуры первоклашек признали, и оказалось, что дети вполне себе наши, и съемка проходила именно в 67-й школе. Было установлено, что данный ролик записывался именно в школе номер 67 города Самары. Установили детей, учащихся первого класса. Сейчас мы их вызываем родителей, будем опрашивать. Материалы передали в Центр по противодействию экстремизму для организации проверки и принятие мер по компетенции. Теперь прокуратуре предстоит выяснить, почему первоклашки остались одни в кабинете, где в этот момент находился их педагог, и как в кабинет начальной школы попала ученица 9 класса. В правоохранительных органах заверили, все виновные будут наказаны. Разве что девочке, которая выложила видео, ничего не грозит в силу ее нежного возраста. Самарцам обломали крылья и баскетбольные, и футбольные. Вчера крылья Советов сыграли в ничью с московским «Торпедо» и вылетели из премьер-лиги. Это был их последний полет. А после на «Металлурге» летали камни и петарды. Фанаты бунтовали у стадиона весь вечер. Небо ясное, трибуны забиты, и все ждут от крыльев прорыва, рывка, который был просто необходим. Наверное, они пытались, но каждый раз мяч летел мимо ворот. Делькин, Цагалов, Немов, Аджинжал, Корниленко – у каждого из них был шанс войти в историю. И они туда вошли. Впервые крылья Советов вылетели из премьер-лиги. Они сделали недостаточно, скажут потом болельщики. Те, чьи ожидания не оправдались, собрались после матча на последний разговор, посмотреть в глаза кумирам и спросить, как, почему, но к фанатам так никто и не вышел. Команда покинула стадион, движение через черный город. Здесь больше никого не было, поэтому главного тренера сегодня не будет. Самарские футболисты не нашли в себе сил ответить за игру перед своими же фанатами. Сразу после матча они покинули стадион через черный вход. Правда, чуть позже появилась информация, что кто-то из болельщиков все-таки догнал автобус, и якобы этому автобусу пробили стекло. Игроки не пострадали. В это время основная масса фанов все еще ждала футболистов у стадиона. Толпа скандировала «Выходи!», но когда стало понятно, что ответа от клуба не будет, в закрытую зону полетели петарды и ветки деревьев. Фанатов пришлось успокаивать сотрудникам полиции. А крылья теперь ждет первая лига. Может быть, там наши футболисты смогут одерживать победы. И на этом у меня все. Я надеюсь, что эти печальные новости не испортят вашего настроения. В губернии ожидается аномальная жара, так что выходные будут жаркими. Я вернусь в понедельник и расскажу о самом интересном. До встречи.